Теперь у нас газ, с ним тепло и уютно, и очень быстро все можно приготовить. Природный газ в семью Никитиных пришел быстро. От момента заключения договора до подключения газовой плиты и котла прошло всего полтора месяца. Хозяева даже дровяную печь разобрать не успели, но она теперь просто элемент декора. Этот дом пока первый и единственный сетевым газом в деревне Завал Новгородского района. Впрочем, распределительные сети здесь провели только в этом году по программе газификации. И многие соседи Никитиных уже заключили договоры на подключение к ним. Сегодняшний день на территории Новгородской области в общей сложности 152 населенных пункта, которые подлежат догазификации и могут быть газифицированы по этой программе. Сроки исполнения программы у нас 31 декабря 2022 года. То есть все жители этих 152 населенных пунктов, если изъявят желание подключиться к системе газоснабжения, они будут подключены к ней бесплатно. То, что касается строительства газопровода внутри площадки, это выполняется за счет средств жителя. Подать заявку на участие в программе догазификации можно лично через МФЦ, клиентские центры и представительство распределительной компании. Или удаленно через госуслуги и портал единого оператора газификации. На нем также можно оценить предполагаемые затраты на газификацию внутри домовладения. В зависимости от объема и сложности работ, подключение вашего оборудования к газовой сети займет от одного месяца до года. Ну а кто-то уже сегодня наслаждается преимуществами голубого топлива. Очень удобно в плане того, что дома всегда тепло, температурный режим комфортный можно выставить, даже можно комнатное растение завести, потому что знаешь, что дома и уезжаешь на работу, будет тепло, и приезжаешь с работы, будет тепло. Не нужно дрова заготавливать. Не нужно электричество очень дорогое тратить на то, чтобы обогреть дом. Никитины любят, когда в доме тепло. Особенно оценила новшество 16-летняя кошка Анфиса. Рыжая старушка редко покидает лежанку у батареи. Оборудование, которое выбрали хозяева, позволяет им экономить и снижать температуру в то время, когда их нет дома. Но Никитины пока этого не делают. Жалеют любимицу. Алексей Дмитриев, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.